Здравствуйте, уважаемые друзья, гости моего канала, я Роман Головин, канал «Путь земного развития». И сегодня поговорим о каналах, которые подходят к душе, то есть через которые душа получает различную информацию и может также взаимодействовать с тонким планом, то есть каналы обмена информацией. Информация мною получена с тонкого плана, через медитацию. Информация новая, эксклюзивная. Долго я спрашивал, какие каналы вообще существуют у души, какие они бывают, потому что представления бывают разные. Сначала казалось, что каналов очень много энергетических, да. Каждый канал какой-то специфический. Много вопросов задавал, может быть, информация через эти каналы приходит. Через один канал энергия подается, через другой канал там с родом контактирует, там еще с каким-то каналом, создателем контактирует, с ангелом и так далее, с другими душами. На самом деле все чуть-чуть по-другому оказалось. Есть открытый канал у души и есть канал закрытый. Выяснилось, что закрытый канал, он очень-очень обширный канал, он индивидуальный канал. Он только относится к этой душе. Эта душа через этот канал может иметь связь со своими родственными душами, обмениваться. Через закрытый канал загружается матрица сознания, базовая загружается матрица энергетическое сверхсознание, о чем мы ранее говорили с вами в других видео, можете посмотреть, кто не видел. То есть связь с родовыми душами, связь с ангелом, связь с создателем вашей ветки родовой. Туда приходит информация, как раз когда нужно что-то добавить в сознание, убавить в эту матрицу. Через этот же канал идет обмен между сознанием и подсознанием. Как вы помните, сознание находится между тонким планом и физикой. То есть сознание находится в душе, подсознание между двумя, скажем, мирами, условно назовем так, и подсознательно это в голове находится. Также подселенцы приходят через закрытый канал. И темные, и светлые. Темные манипулируют тоже через этот закрытый канал. Когда вы контактируете, допустим, с более высоки развитыми душами, тоже через закрытый канал все это происходит. Вот. Пытаетесь получить с кем-то связь с другими более высокоразвитыми душами. У открытого канала очень-очень много функций. То есть он в себя вбирает вообще множество всех функций. То есть эта энергия закачивается через этот канал. Очень интересно. А вот открытый канал очень долго пришлось спрашивать. Сотни вопросов, все время ответ нет, 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 это не для того, и это не для того. То есть именно открытый канал, он предназначен, односторонний канал, такой урезанный. Душа получает информацию из специального источника, из специального места, такое общее место всех знаний. Некая вселенская библиотека этих знаний. И душа получает через него знания, чтобы адаптироваться, чтобы не потеряться в жизни, да? Чтобы знать, куда нужно двигаться. То есть эта информация такая загружается в душу. Если душа, например, поднимает свой уровень, то есть была, например, третьего уровня, поднялась в четвертый уровень, то также автоматически загружаются следующие знания, которые имеют место и отношение к четвертому уровню сознания. То есть душа перешла на четвертый уровень. По каким-то причинам неправильно развивалась, не выполняла программу душа, тело ее не слышало, раз опять понизили. В третье измерение опять загружается программа третьего измерения. То есть вот это очень интересно.
Ну, понятно, что есть там очень много тонкостей. Это базовая информация, пока для нас новая. Можно туда будет углубиться со временем. Вот. И душа тогда понимает, что нужно делать. То есть, если душа должна развиваться в четвертом измерении, а представьте, у нее программа для третьего измерения, то она реально потеряется, реально она не пойдет не той дорогой и вообще может на темную сторону попасть. Через этот открытый канал другие души не могут подсоединиться, никакие темные туда попасть не могут, никакая энергия туда не вкладывается. Этот канал только задействован для потока информации, который постоянно обновляется. Я спрашивал, есть ли еще какие-то каналы взаимосвязи с душой, еще с кем-то, с чем-то. Нету. То есть два канала, открытый, закрытый. Спрашивал, вот канал внутри состоит из множества мини каких-то каналов, да, есть какое-то деление, сепарация, нету. То есть просто есть некая труба одна, закрытая и открытая труба. То есть один канал, он доступен всем, вот он почему-то все равно называется закрытый канал, да. То есть он именно рассчитан конкретно для души. А тот канал открытый, он именно рассчитан для информации. Ну, то есть никому он не интересен. Вот, то есть он создан специально, да, напрямую для души, чтобы получать вот из всемирной вселенской библиотеки определенные знания, которые положены для этой души. То есть он такой, вроде бы узконаправленный, но я так понимаю, он не специфический какой-то. С одной стороны, специфический, вот, то есть узконаправленный. И приходит информация, которая, ну, никому как бы не должна мешать, никому она не интересна. То есть есть некая библиотека, куда все могут получить доступ. Вот при достижении какого-то уровня. И смысл вскрывать другую душу, там воровать что-то нет. Вот. Поэтому вот это все очень интересно. Постепенно, да, можно будет углубиться, как это работает. Вот. И таким образом, конечно же, мы по чуть-чуть с вами каждый раз двигаемся, узнаем что-то новое. Когда мы узнаем что-то новое, в голове уже вырисовывается картинка мира. Как правильно надо жить, стимулы появляются и так далее. Благодарю за внимание, развивайтесь вместе с нами, успехов всем и увидимся в новых видео. До свидания.